Да, здравствуйте. Ты хочешь меня к машине провести? Хочу. Красивая, замечательная женщина. А вон там люди ходят свободно. Так обходы со всех сторон. Да, они все закрыты. Так что, у меня теперь машина как вертолет будет летать? Ну, пошли через дешево. Это ж просто уже кошмар какой, это ж беспредел. Ну, там тоже перекрыто. Ну, так а как не через машину? Юль, так там ваша машина стоит. Там стоит наша машина, нас на данный момент не пропускают. А что там проходит? Не знаете? Походу, круглый стол должен проходить, как они сказали. Но на данный момент я смотрю, что их нет на месте. А вот еще интересный момент, там же находится гостиница «Харьков», в ней живет много гостей Харькова, да, в принципе. Судя по всему, я так понимаю, в каждой гостинице города Харьков живут гости. Их тоже не пускают. Вот стоят товарищи с Туркмении, которые хотели билеты купить, тоже не пропускают. Тоже не пропускают, везет вам, мальчики. Ладно, пошли тогда в обход. Так а как посоветовали туда пробраться? Сказали пройти вот в обход. Вот я не могу понять, где обход находится, потому что там перекрыто все. Так там тоже перекрыто, люди возвращались. Ну так и куда мне идти? Метро закрыто. Ну, ребят, я вас поздравляю, мы живем в демократическом государстве. Обложили со всех сторон. Куда? Так, ухай, пьем. Вот это вот демократическое государство.